Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Вождёк Легион, и по счету 14-й части игры под названием Путь к Свободе. Я желаю всем приятного просмотра, дорогие друзья. Прежде миссия, мы спасли заложников в секретной тюрьме Альбион и получили награду прикольную шпионку. Вот она, здесь хотят киллершу. У нее есть прикольные пушки, в общем, посмотрите, друзья, охереть, у нее есть винтовка и пистолет, в общем, все штуки, пушки, оружие для убийства. Вообще прикольная агентша, правда, она будет ей купить новую одежду, она не очень ей подходит, а так она классная. Да, друзья, желаю вам всем приятного просмотра. Так, встретитесь со осведомителем Дайтек. Окей, если тебе правда такое прикольное название, Путь к Свободе, класс. Так, награды. Валитель на стриме, плюс ценный агент. Ух ты, нифига себе, круто. Все, друзья, так. Садитесь в машину и стройте гонку по улицам района, чтобы приковать к себе внимание ребёна. Ух ты. Так, точилу нужно покруче найти, да? Точка-то неплохая. Хотя, ладненько, черт с ним. Блин, друзья, будет прикольно на самом деле, а. А точка реально неплохая, а. Сейчас, друзья, гонки устроим с ребёном, а. Сейчас, друзья, быстренько. Так. Это что у нас? А, взлом хаба. Так. Анархист. Ага, это я знаю. Так. Ух ты. В принципе, ехать... У потом у нас другое задание уже. Да, друзья, поехали. Ну-ка, сори. Так. Как еще тут пикать, а? Автопилот. Опа, друзья. Автопилот. Честно, друзья, эта функция иногда помогает, а? Как хочешь просто поговорить и все такое. Хотя, в принципе, так буду говорить спокойненько на самом деле. Но, тем не менее, друзья, миссия обещает быть очень интересной. Спасибо вам всем за вашу поддержку. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. И на каналах у вас все будет охеренно, друзья. Реально, спасибо вам, что вы поддержите меня на моих обычных прохождениях. Пишите классные комментарии, ставьте лайки. Спасибо, что вы поддержите меня на стримах, по мере возможности, как и я вас по мере возможности всех поддерживаю. Спасибо вам за это, друзья. Я, правда, конечно, время ко всем захожу по мере возможности. Просто мне бывает уведомления не приходят, допустим, что у вас вышли новые стримы или видеоролики. Не знаю, почему такая фигня, но так бывает, реально, друзья. Да так, я, как есть время... Тут же захожу и смотрю. Ненавижу тупо стоять. Сразу срать охота. Ваше новое прохождение. Да. Киллерши, друзья, еще та, как говорится, у нас непослушная. Маленькая, друзья, без автопилота поедем. Автопилот, конечно, штука хорошая, но сейчас не очень. А. Без него лучше. Так, гонки. Может, сейчас крутую найду, а? Гоночную. Да я гонок, а. Так сказать, чтобы привлечь внимание Альбиона. Окушки, аккуратненько, Дима. Ух, я тебя не сбил, слава богам. Ух, обошлось, друзья. Так, этот, опа, создание начато. Агент Байрон Олин похищен. Какого хрена, с кого? Кого похитили, какого? Так. Блин, давайте потом спасем его, а. Вот выполним эту миссию и спасем его в этой же миссии, а. Ты получше в сопротивлении. Но вдруг тебе будет интересно узнать, что одного из наших агентов схватили на улице и засунули в фургон без опознавательных знаков. Блин. Ну, не драматизируй. Все будет хорошо, если, конечно, агента еще не убили. Мне удалось вычислить человека, который затаил обиду на Дэдсек и соответствует профилю похитителя. Тебе нужно найти его. Вкурила. Так, потом. Вот эту миссию выполнил основную. Путь к свободе, и потом уже спасти нашего агента. Блин, уже третьего агента похищают, запарили, а? Ублюдские твари, а? Обиды затаили они от отсека. От секунды, блин, только так и могут, да? Я потом им устрою, друзья. И более киллерша у меня, у нее есть прикольные пушечки. Блин, сори, крутые. Которые... Ох, что такое за дорога? Ёпта иметь, которые точно помогут мне по спасению нашего агента. У меня теперь еще есть появился любимый агент, а? У них было 5 любимых агентов, теперь еще вот появилась она. Круто. Так, я почти, друзья, приехал. Осталось, в принципе, недалеко. Так, ушки, водушки. Да. Только я, правда, в этой игре пикать не научился. Не знаю, какую кнопку это делать, а. Зараза. Реально не знаю. Я уже, друзья, в гонки играю, а. Поэтому машина не такая особо быстрая, на самом деле. Так, сейчас. Ой, как меня развернуло, друзья. А я молодца. Так, ушки-водышки, подожди, раз, два. Такие же машины повторяются опять же. А все, друзья, теперь я точно почти до миссии доехал. Ух ты, тоже неплохая машина, мне понравилась она.
Так. Где как понять? И что это за херня? Ладненько. Сейчас. Тачка реально ей идет, а. Она подходит реально. Мои киллерши. Вот я про одежду забыла. Хочу купить ей одежду, а. Так, тут ехать нельзя, но нам пофигу. Мы думаем за всех. Мы хакеры. Нам на все насрать. Ого! Ха-ха, как столбики летают. Так, я почти по... Опа! Точно. Сейчас мы поговорим с нашим человеком. Фух. Чуть хоть ее не сбила. Привет, дружбан. Чё как? Здоров. Ты ж из Дэдсек, так? Оно и видно, вас ни с кем не спутать. Годно вы по Альбионам прошлись. Респект. Из-за этих сучек столько народу тут оказалось. Ни работы, ни крыши над головой. Так еще и жрачки лишили, сортирки и всего остального, что дают ночлежкам и столовкам. Альбион все себе загреб. Охереть. Ничего, Дэдсек вернет ваши ништяки, ага. Тед, только скажи, куда они все сныкали. Не-не-не, ты не вкуриваешь. Мы должны сами все зарешать. Своими силами. По вашей науке. Но получить люлей от Альбиона тоже неохота. Отвлечешь их, а? Я тебе дам ровную тачку, полетаешь по району, пока мы мутим. Идет? Ну чё, будет весело? Он мне тачку даст. Круто-круто-то курево, курить вредно. Выбросить сигарету, дерьмо она. Так, начните гонку в Тайлд комплекс. Комплекс. Так. Сука. Комплекс. Гонку, друзья, серьезно, гонку, круто, а? Кого там отмудохаешь? Ай, друзья, честное слово, весело будет, а? Погоняться с этими придурками. Ну чё, готово? Газуй! Эй, вы чё, ни хрена себе! Что есть сил, круши все вокруг, пусть все на тебя смотрят. Если тормознешь, Альбион сразу болт забьет и пойдет наваливать нам. Как уж, но будь в центре их внимания. Изимот. Окей, буду. Зараза. Ну и миссия, конечно, друзья. Нихера себе. Блин, прикольно. Блин, я же себя потом скоро себе на канале. Тоже это прикольная игрушка. Мы с вами 2005 года стримить, а? Вот там Рейзера вы победите, а? Вот весело, друзья, будет, а? Блин, зараза, нельзя штормозить, а? Так. Тачка такая реально неплохая. Хотя, честно говоря, я тачку другую бы взял бы, ну ладненько. А куда ли их удали? Выбрания у нас нет, друзья, сори. Восстаньте против угнетателей! Ай, молодцы, а. Так, подожди. Блин, прям автобус питался, даже что ж такое, а. Забили еще одну тачку, жги давай. Ща мы тут все почистим. За тобой гоняются все наемники Альбиона в этом районе. Развлеки их как следует. Да я так и делаю. Ай, круто, друзья, а. Как у меня пушку нельзя тут использовать, а. Так, подожди. Опа! Ай-яй-яй-яй, водила, конечно, с меня не очень, а. Здесь я в гонке, друзья, буду лучше играть, а. Ой, не туда поехал, не туда. Во, все правильно, а. Так, кто-то давай, Димон. Честно, друзья, я не думал, что такая миссия будет. Я буду в гонке играть, я думал, что типа там валить будет, все такое. Это получается, я валю, но не в том плане, а. Да, блин, автобус грёбаный. Так, еще немного осталось, друзья. А, вот, еще 31, в общем, а. Точка контрольная. Так, ты куда? А, я правильно еду, все, слава богам. Ух, слава богам. Блин, класс, а. Так, ты куда? Сюда теперь? Блин, хоть по Лондону погоняю, друзья, уже радует, а. Уже прикольно. Ага. Окей. Давай. Я верю тебе, только бросай курить, а. Курево это вредно, это дерьмо вообще. Рождение твое. Нихера себе, может, мою тачку раздолбали, а. Капец, а. Ну это чего расхерачили мне. Вот, последняя точка и есть. Ай, я молодец, а. Я великий гонщик, а. Да, миссия не особо такая длинная была. Ну, интересная. Я пойду нашего агента спасу. Молодцы. Вроде я особо ничего не сделал, но тем не менее.
Так, ух ты, нифига себе. Так, борьба с пропагандой, типа, чтобы получить шпиона. Ясненько, ого. Сколько тут точек этих клёв, ого. Вау, как меня прёт. Ну и кайф, даже похер, если тачка в мясо. Мы вынесли склад полностью, и местные теперь в курсе, что всё добро схапал Альбион. Весь район будет биться на нашей стороне, прикинь? Так это, блин, в том-то вся и фишка, ага. Чтобы типа все All Together дали отпор мудакам. Вообще пох, дед секты или нет, главное, что у нас общая цель. Заметано, чекуль. Буду нужен дед сек, зови. Покеда. Покеда, покеда, только кури вообще мне особо не нужны, а? Как говорится. После того, что мы сделали, район Тауэр Хамлетс готов восстать против Альбиона. Есть чем гордиться. Крутяк. Так, район готов восстать. А, теперь другой район, что ли, готов поставить? Я не понял, нифига. Это так завербовано. А кто это у нас? Сейчас посмотрим, кто у нас, кто это такая. Что это за девушка? Что она вообще умеет? Это Келеша крутая. Она крутая у нас кто? Валентин на стриме. Ага, вот что как. Прикольно, блин. Тоже прикольненько. Я у тебя поиграю. Её прикольные пушки есть, которые я точно не буду менять, а. Ух ты. А у неё же собственное оружие. Не, нафига менять. Опа, раскраска. Покрасить же можно или там покупать надо? А, покупать. Ну, в принципе, можно купить. Так, это у нас слишком дорогой. Так, это такой цвет. Дороговатый цвет, это, честно говоря, друзья. Ну, наша девушка, давайте купим такой цвет, а? Да. Во, пускай будет розовый. Хотя розовый не особо люблю, но ладно. Так, задание. Так, так, так. Нет, ну, район, конечно, хорошо, но... Сейчас я подумаю, друзья. Так, район, получается, да? Угу, сейчас, задание. Так. Нет наличия, другой, другая миссия. Так, лига гонщик боев, это, конечно, хорошо. Так, 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 так. Агент. Вот, агента, я же хотел агента замутить, да, спасти, а. Блин, зараза, заколебали уже мехикинцев похищать, а. То похитили сначала, получается, его похитили сначала. Да просто похитили ее, а теперь похитили его, а кого потом следующего похитят, а? Блин, у меня столько агентов, друзья, появлялось, охереть, а? Их столько много у меня, ну, завербованных, нехило, что даже, думаю, больше никого вербовать не надо, а, в команду. У меня есть крутая киллерша, есть крутая шпионка, есть пчеловод, есть крутая строительница. Крутой агент, который мне просто нравится, контрабандист, он реально прикольный чувак, пардон, только одна пушка, но он реально класс. Есть парамедик, блин, круто, есть... Эксперт по дронам. Да вообще класса. Блин, ёб твою мать. Вот еще есть новый теперь вредитель на стриме. На стриме. Капец, а. Ваня, друзья, пойдемте нашего агента спасать. Агентшу. Агента. Все, блин, Дима, не путайся. Так, сейчас телепорт сделаем, а. Только тут прикольно. Так, а где, в принципе, примерно находится? Сейчас, друзья, пушки используем, а. Так, ты где у нас агент? А, вообще недалеко. Сейчас быстренько телепортнемся. Как говорится, всех этих мудней поубиваем. Я с ними сисюкаться не хочу, а. Это, чтобы рассказать миссии, сделать интереснее, надо как-то их погасить, а. Точка реально неплохая была, вот это она и есть, а. Так, ну, в принципе, недалеко идти. Потом хочу купить новую одежку, но тут ее нигде и нету, а. Ладно, жалко. Так, сори, сори, сори. Да не вопец. Потом. Ай, сори, 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 сори. А ты охренели, суки, Альбиона. Ой-ой-ой-ой. Сори, сори, стой, 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 стой. Подожди. Так, ага, вот что как. Похититель здесь. И смотри-ка, он завел себе новых друзей-негодяев. Если ага. Повезет, мы узнаем, где наш агент, получив доступ к его оптику. А, я тут уже был, а. Я примерно знаю, чувака, капи повторяют, а. Да вы что, издеваетесь, а? Я правда когда спасал, ну, так, кого я спасал? Кого-то я спасал, по-моему, любивал, по-моему, нашего первого игрока спасал. Вот, Тирана. Я тут же был, а? Чё повторяется, не могу понять, а? Здесь нельзя было другую базу замутить, а? У этих врагов. Капец, а? Ну, тут бред, а полнейшее. Так, взломайте устройство похитителя. Так, сейчас взломаем быстренько. Правда, одежка у меня, конечно, друзья, не подходящая. Так, поспи, придурок. Ого, нихера себе она дает. А, да, она же киллер, а. Я же забыл совершенно. Охереть, она, блин, его взяла, задушила. А, она его придушила, не убила. Так, сейчас быстренько похититель.
Так, а где этот придурок? Ой-ой-ой. На принципе, здесь я вообще никого не боюсь. Не, вообще совершенно не боюсь, ни капельки. А, ну давай помахаемся, придурок. Ах ты, сука, смотри какое. Давай, сука. Ай, по яйцам, а. Ай, молодца. Давай, сука. Хотя сейчас я тебя устрою, а. Вот так вот дырнога круче будет, а. Махаться я не хочу, друзья. У меня классная винтовка. Сейчас я быстро дебил этого найду. Где он там? Где моя цель? Этот гребаный похититель, а? Так, куда он бежит? Куда он убегает там, а? Все, кстати говоря, убегают, друзья. Нас все боятся. А мы никого не боимся. Так, тут у нас все злом. Ты видишь, тут, сука, смотри, а. А, вот так вот, да, друзья? Сейчас я вам, сука, устрою, а. Сейчас будет вам весело. Ух ты, ух ты, ух ты. Сука, а, у меня тут получится 30 патрон. Круто. А по нас, смотри, где похитители наши? Я-то не пойму, где он. Он что, убежал, что ли? За пределы? А, вон он. Друзья, он со всеми смылся, похитили наша. Испугался. А ты, секундчик, а. А теперь правильно, что делаешь, что боится мою крутую агеншу, а. Сейчас, друзья, быстро возьму дрончика. Так, полетаем. Сейчас мы его, сука, ему устроим, а. Вот, блин, вот весело. А, вот, а чё как, а. Так, взломать. Скачиваем. Сейчас все скачаем, друзья, у него. Вообще просто какая-то легкая миссия. Точнее, не финал. Анализ данных GPS завершен. Я узнал местоположение похищенного агента. Гони координаты. Так, и где он примерно у нас? Так, это где? А, это вообще недалеко. Так, спасите своего агента. Агент Брайан Улепин. Уэллен. Уэллен. Блин, капец. Фамилии, конечно, бывают такие тупые, капец. Сейчас, друзья, быстренько долечу, всех завалю. Очень прикольно, на самом деле, получается. Особенно не понравилось на машине погонять, а. Было классно, интересно. Только тачка, конечно, была, как сказать, неплохая, друзья. Но не особо интересная. Зачекая ссылочки на канал моих друзей, вот в описании. А именно на канал Джокера, Ромыча, Антона и Лео Леопарда. У них классные каналы. Реально суперские, блин. Реально, они молодцы и классные видео снимают, а. В общем, красавчики. Так, сейчас быстренько друзья долетим. Смотрите, какая погодка у нас поменялась, видите, пасмурно стало. Это, блин, печаль, беда. Да уж, ну, блин, Watch Legion, как бы сказать, и одна что интересная игра. Но бывает, честно скажу, мне скучновато играть, на самом деле. Миссия однотипная. И будет очень обидно, если после всего, что случилось, тебе не удастся его спасти. Так, Бэгли, ты закрой свой, как говорится, ротик компьютерный. Мы спасем нашего агента. Любыми способами, а? А ты прикроешься и скажешь «Остановись-то, бэйби». Сука, на тебе, тварь, с приклада по морде, черномазая мудила. Да ладно, я, на самом деле, ничего не имею против, это, людей, как говорится, других. Просто она реально черномазая мудила. Так, так, быстренько агента найти надо. Эй, где его держит? Так, подождите, друзья. Зачем нужно найти, где его держит? Так, по камерам. Ух ты, какого ты появился тут? Это видели телепорт, а? Не было, бах, появился. И получил по мордосям, а? Вот, блин, вот меня прикалывает эта игра, друзья, честное слово. Хотя, конечно, первая часть, вторая интереснее. У тебя, конечно, только первая игра, ну и то давно. Но тем не менее. А, во. Все, нашел, друзья. Вот там, получается, камера. Сейчас. Во. Не зли меня. Дольше так. Ага. Сейчас, друзья. Так, я почему внизу нахожусь, да? Сейчас, сука, я вам устрою налево и направо. Я с вами щупаться не хочу, друзья. Охереть на его. Нехило, молодец. Давай, мудила. Давай, мудень. Ай, класс, а? Вот класс, блин, ну киллерша крутая. Ну, давай, посмотрим, кто кого убьет, а, сучка крашеная. Давай.
Вот блин, честное слово. Вот это вот так мне нравится играть в Watchdog, а? Вот по стелсу пока, честно, друзья, скучно. Эта игра по стелсу скучноватая. Конечно, можно не в той миссии пойти по стелсу. Но, честно, друзья, мне скучно по стелсу играть в этой игре. Так, это у нас кто? Это у нас Мудень. Блин, у него прикольная такая винтовка. А можно прицеливаться вообще? А нет, только это максимальный прицел. В принципе, так пойдет. Давай, сука, иди сюда. Так, все, друзья, мы всех убили. Вроде бы всех. Так, да, где никого не осталось, сейчас быстренько я кое-что сделаю, чтобы мы свалили с моим агентом. Да, все, я правильно иду, друзья. Вообще просто миссия по освобождению, ну, была вообще изи, а. Честное слово, путь к свободе, прикольно. Так, давай, Сим-Сим, откройся. Ого, нифига какая дверь. Давай, выходи, агент. Блин, реально изи была. Правда, одежда, честно, не подходящая для миссии вообще никак. Сейчас пушку уберу. Так, все хорошо. Так, этот байк не очень мне подошел. Все, агент, погнали, как говорится. Может, спокойненько уже идти и не париться. Похоже, хвоста нет. Очередной враг Дедсек повержен, и наш агент снова в строю. Ай, все, он убегает, серьезно. Вот честное слово, блин. Ай, друзья, сейчас опять же в финале побуду. Это, в ваших боях поучаствую, друзья, и завершу миссию под названием «Путь к свободе». Да-да, сейчас быстренько телепортируюсь, еще парочку мудням рожу набью и завершу миссию. Миссии бывают в этой игре прикольные и не особо интересные, но в любом случае их приходится проходить, чтобы понять сюжет игры, как говорится. Фух, даже не знаю, кому мы следующего убьем с главарей. Блин, с Кванакеля и с Альбионом командира или нулевой день. Тут я даже не знаю, друзья. Так, погодка опять у нас не очень хорошая. Так, кулачные бои. Нам осталось буквально завершить два поединка в этой арене и другой. Хотя, друзья, думаю, в этой миссии по названию «Путь к свободе» совершу в этой арене и другой уже поединки. Они все равно недолго идут. Ну, лучше какую-то награду получу, а. Так, они там молодцы. Ух ты, прикольно граффити, нихера себе. Нормально. Молодцы. Да пошел ты нахер, а. Давай, сука, иди сюда. Мудень, ты гребаная. Клан Херли, а. Давай, Клан Херли, давай. Моя же, блин, себя киляша тебе надоёт пиздели. Ах ты, сука, смотри, какой, а. Она реально, друзья, очень крутая. И байк неплохой. Так, подожди, бойцовский клуб. Ой, да-да. Где ты у нас? А, вот что как. Так, сейчас поговорим. Эй, ты точно хочешь туда пойти? Ты вообще в курсе, что это за место? Слушаю, ага. Суровые ребята, даже для любителей боев без правил. По тебе не скажешь, что ты привыкла к такой компании. То есть, в общем, не надо тебе туда. Да-да, конкретнее, ага. Окей, дело твое, я просто предупредил. Большинство зрителей раньше тут работали, крепкие орешки. Если ты ввяжешься в бой и случайно уложишь их чемпиона, они не обрадуются. Просто имей в виду, лады? Да не пофигу, что они не обрадуются, я их не боюсь, а. А я их чемпиона увожу, а. На лопатке, как говорится. Так, награда, гараж. Да-да, я вообще ничего не боюсь, друзья. Тем более, я играю за прикольную киллершу. Как, ну, блин, чего не бояться, а? Она убийца, блин. Мастер, как говорится, на свое дело. В общем, она умеет убивать, а? Людей разными способами, а? Как Хитман. Они уверены в себе, готовы к бою. Наши дикие герои, поднимитесь и поприветствуйте их! Я не себя в этом кулачевом боях, друзья, проигрывать. Ни этой, ни на этой арене, ни на последней арене, а. Это я тоже поиграю. На тебя, сучка, давай. Ах ты, тварь, а. Так. Ай, молодца! Ай, я выполнил, а. Красавчик! На! Ай, красавица! Сори. Ай, блин, а. Ну, я же говорю, у меня крутая киллерша, друзья. И быть, кулачные бои прикольные. Я последний потом завершу еще одну арену на кулачные бои. И завершу миссию. Чего? Ну, ты такой жесть, тебе точно капец. Боитесь Клана Келли.
Утром этот удар даст о себе знать. Если, конечно, будет кому проснуться. Давай, давай. Давай, сука. Мощно! Вот на такую хрень мы любим посмотреть. Ага, я тоже люблю. Да ты какой сука. Давай, Мудень, давай, иди сюда. Давай. А, я молодец, а. Все серьезно? Ну-ка, 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 давай. Ого, ух ты, прям с ноги. Помогай себя опять же, а. Блин, а. Вот прикольные эти скучные бои. Можно, друзья, расслабиться немножечко и у Мудня рожу понабивать. Почему вы все черные? Хотя, в принципе, не все равно, но тем не менее. Да-да, боец огреб. А, давай, давай, нападай, сучка, давай. Давай, давай. Ну, ты боишься меня? Добиваю. Да, друзья, добивающие, конечно, стандартные, пороже, но тем не менее все равно интересно. Давайте погромче, народ! Он огромен, он суров, он разнесет все на своем пути! Да приветствуем его! Ну что это? Нихера себе. Ну, не особо такой крутой, конечно, а. Сейчас мы его уделаем, а. Мы должны его, друзья, уделать, а. Это вопрос чести, а. Пошли, пускай. Покрутуется, типа, он крутой, он выиграет и такое, да, но капец. Ага, ага. Давай, давай. Сейчас узнаю, кому здесь капец. Давай. Так, давай, сука. Давай, давай. Да это буквально смертоубийство. Просто охеренный удар. Да, есть такое, согласен. Конечно умею, а. Я тебя уделаю, вот увидишь, а. Я не собираюсь тебе проигрывать. Не пофигу. Победать важная тема, тем более ты крутой, сука, Мудень, типа крутой. Давай, ай, ты хер меня ударишь, сука. Я у тебя вот вырублю нахер. Все видели этот безумный удар? Твою-то мать! Чего-чего-чего? Какую монтировку? Серьезно? А с какого хрена? Вот ты, сука, не по правилам играет, а? Вот же урод, а. Да тебя еле слышно, а. Музыку громче слышно, блин. Толпу тоже, а. А ну иди сюда. Вот о чем я говорю. Солидный удар от солидного бойца. Да твой даже мочевка тебе не поможет, а. Тупой ты, дебил. Ай, блин, а. Ай, я выиграл. Ну что ты, сдаешься, Муденька, ты не по правилам играет, а? Ну хоть, блин, признал, что мы победили его, мы по-честному, друзья, играли. Кулаками его отхерачили, а? Сейчас последнюю, это, кулачные бои последние завершу, там больше 5, а я завершу 4. Так, кто из них крутой? Ладно, возьмем список его, ну может быть, может да, может нет. Так, победа в чемпионате Арена Гараж. Так, буквально последняя арена осталась, друзья, у нас. Может быть, что-нибудь ценное получим, я еще не знаю. Так, последняя арена, ты где находишься у нас? Сейчас надо поискать, друзья, ее. Так. Ага. Так, это у нас получится. Ух ты, бывший констебль. А, это я помню, читал. Вот, друзья, последний поединок, а, получается. Завершите поединки на всех аренах. Так, ну я телепортнулся, просто еще посмотрю, может тут еще есть, а?
А, нет, больше нет, друзья, все. Так, теперь можно телепортнуться. Во, время тратить, друзья. Как говорится, свое и ваше. А сейчас, друзья мои, последний, как говорится, арене, последней арене. Помахаемся, я даже не знаю с кем. Кто там будет у нас крутой? Бабы! Ха-ха, и мужики. Отщачим их, как говорится, друзья. И круто будет, в общем, а. Ух ты, классный, нифига себе паучок, а. Мне нравится. Классный паук, ух ты. Блин, это прикольный район, я, конечно, в нем был, но давно уже, а. Блин, тут дофига чего красивого, друзья. Ух ты. Нихера себе. Череп, у, блин, дракончик. Прикольно. Это все быстренько побежку устроим, паспортом пацан. Опа, новая одежда. Может, что-то новое купим, моя генша. О, а тут это не очень мне нравится ее одежда. Так. А то что можно купить? Ну, хотя бы такую купим ей. Да-да, хотя бы такую. Так. Подожди, подожди. Гардероб. А ну-ка, Маркуса ей. Ну-ка, ну-ка. Это не то, не то. Я хотел Маркуса это ей одеть. Так, вверх. Очки. Верхняя одежда. Во. Ух ты. А он такая неплохая жилетка. Так, что ж тебе ж так подойдет-то? О! Блин, ну она же киллерша, поэтому ей как-то нужно более солидно выглядеть круто, друзья. Вот это подойдет. Ай, блин, нифига себе, он опять, ты что его, блин, я опухнулся. Хоть даже на штаны не хватит, а. А у нас уже есть с вами штаны, друзья. Так, какие же тут больше подходящие? Так, вот такие штаны больше подходят, в принципе, для этого имиджа, друзья. Так, О, головные уборы. Так, так, так. А может свои взять головные уборы? О, даже без головного убора вообще она выглядит офигенно. Так, медмаски. А свое, вот свое есть? Гардероб. Свой. Так. Ах, типа, нельзя получается, да, головные уборы? Ну ладно, давайте хотя бы так, что ли. О, вот это вообще идеально подходили. Вот это. Вот, друзья. Вот теперь она выглядит охеренно. Такая же последняя маска, осталось еще выбрать другую, а. Мне кажется, маска неплохая, но... Так... О, ха-ха. Я просто хочу чуть-чуть новенькое поиспользовать, я... Ух, сука, ух ты, зараза. Так, это я уже использовал. Ха-ха-ха. Блин, ну, конечно, маски придумают же. Так, 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 какая же тебе подходит больше, моя героиня? О, ну, в принципе, такая неплохая, друзья, маска. Во. Я ее не использовал, выбери, все. Только что нельзя в ней ходить, а. Хотя она реально крутая, друзья. Агентша у нас. Так будет лучше. Ух, тачка неплохая. Но, в принципе, ехать смысла нет. Ух ты, еще красивая граффити. А, это же видео собаки, а. Это все быстренько побежимся. Пошли и поучаствуем. И завершим нашу прикольную миссию под названием «Путь к свободе». «Путь к свободе» начинался, ну вы поняли. В общем, вся миссия называется «Путь к свободе», а. А так я просто занимаюсь, основную миссию прошел. И получается сейчас вот на арене почти не поучаствую, друзья. Я, конечно, мог просто пройти одну миссию и завершить, но она бы получилась бы на минут 10. Ну и коротенькая. Хотя, в принципе, некоторые люди любят короткие миссии. Но, надеюсь, вы, мои подписчики и друзья, любите длинные и прикольные миссии. Решение. 2 часа которые идут, это уже стрим получается. Хотя бы часика. Да блин, ты же супер крутая, а. Давай. Так, я вообще правильно иду, подожди. Блин, не туда побежала. Так, это получается... Получается... Вот, все-таки надо вниз спуститься, друзья. Зря мы поднимались наверх с вами. Так, и теперь получается... И где это у нас? Так, да где у нас реально? Опять конкелли. Так, а правда, на самом деле... Опа, очки! Крутяк, друзья, так, изи. Так, 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 так. Так, где последняя арена, друзья? Так, мы почти подошли с вами, тут где-то вот тут, да? Это у нас одежда. Ну-ка, что это за одежда вообще? Хотя, в принципе, мне не хватает на нее. Блин, ну посмотреть можно, а. Хотя бы на примерно. Так. Да нет, это историческая старая одежда. А, ух ты. Так, и где получается арена-то? Я не понял. Так, получается у нас Аштама. Ага, вон, все, нашел, друзья. Вот где находится, а. Понял, понял. Так, теперь кто у нас будет нам угрожать? И говорить тебе, предупреждать, что мы проиграли. О, Бобей, значит, тут будет, скорее всего, девушки, наверное.
Ты ж в курсах, что это не дискач, ага? Чу-чу. Никакого диджея и всей этой херни. Нельзя прокинуть пару шотов и пойти искать, с кем жахнуться. Тут дерутся. Кулачные бои, ага. Ну охереть теперь. Эй, слышь, не хами. Я типа хочу убедиться, что ты знаешь, чё к чему. А то прут на танцульке, а в итоге получают по мордасам. Не за что, блин. Да ты вообще такая охеревшая. Мы все сделали сразу, а. Так, что ты у нас умеешь? Так, не особо ты ничего не умеешь, а. У нас уже есть человек с такими способностями. Давай, заходи. Шоу скоро так, начнется. Последняя получается арена, называется сцена, друзья. Ну, прикольненько. Сейчас, друзья, мы повыступаем сами на сцене. Давайте громче! Так, я всегда себе купил новую одежду, а? А, я же говорю, что тут будут девушки, а? Хотя там тоже были девушки, что-то я туплю. Друзья, извините. Я тебя не убил, а ты простаришься. Ага, конечно. Сучка. Да это буквально смертоубийство. Ах ты, сука, все-таки. Ух ты, ух ты, ух ты, нихера себе. Нихера ли она меня такая? Просрал эту неожиданно, друзья. Много раз слабился. Давай, сучка, давай. Я тебя не убью, а ты проставишься. Будь все наоборот. Ты какая сучка. О, нихера себе. Ай, молодец. Блин, молодец. Надеюсь, вам понравится мое прохождение, друзья. Всем спасибо за поддержку. Вы классные, друзья. Реально классные. Я не прочь взять себе и новых друзей. Так. Так. А, надо так сделать три раза. Есть, хотя бы это выполнила. Вот на такую хрень мы любим посмотреть, я правда? Давай. Ты же тоже крутовался. Давай, покажи, что ты умеешь, придурок, а. На! Только что приемчики у нее одни и те же, а. Но тем не менее, все равно интересно. Давайте громче! Шумите так, чтобы услышали на другом конце города! Громче! Боже упаси, педик-сонды какой-то. Честное слово, педика. Чем мы этого педику, друзья, устроим, а? Кускину налево. Ха-ха-ха. Моя Кириша не любит таких мудников, он, а. Да и пофигу, а. Хоть без зубов, хоть без ни хрена нам насрать. Да-да-да. Давай, дебил, давай. Иди сюда. На тебе, сука. На. Все серьезно? А, пусть даже этого педика без этого удара вырубили, а. Че за сука, реально пиндерсон выглядел, а. Чего за бата-акробата? Один дебил, другой придурок? Серьезно? Ну давайте, что, суки, давайте. Сейчас я вам, сука, устрою. Либо вы мне устроите, а. Еще пока неизвестно. Эй, давай сюда. Покажи, чего стоит. Да это буквально смертоубийство. Надеюсь, крови ты не боишься. О, господи! Это в прямом смысле слова смертельный удар! Чистый удар! Это будет разминочный! О, от такого удара сложно очухаться! Эй, давай сюда! Покажи, чего стоит! Это удар! Нехило ли? Это в книгу рекордов!
Ничего себе. Да твою же рождение, ну блин, победили мою агеншу, а. Ах ты, сучонки, а. Блин, а. Ничего не пущу, это были, походу, здесь кастеты, а. Так, кто же у нас еще крутая такая есть, а. А в принципе, ладно, черт с ним, сыграет за моего крутого агента, а. Сейчас, сука, я вам устрою, блин. Я же контрабандист. Куски, он, ублюдки, блин. А сейчас там что за мою подругу, а. Друзья, я не думал, что так просрал на самом деле, а. Что-то, блин, я подрасслабился. Отвлекся от дебила одного, блин. Другой дебил меня ушатал. Кто-то из агентов не завершит эту операцию, потому что его оперируют. Твою мать! Набьем морду тому, кто это сделал. Согласен с тобой полностью, а. Так, подождите. Ты где это у нас? И куда-то бежать? А, походу, скорее всего, сюда. Если я не ошибаюсь. Вроде бы да. Так, речка, все такое. Нет, не сюда. А, нет, во-во-во, лестница, друзья. Сейчас, быстренько. Ух ты, опять красивое граффити. Молодец, классно рисуешь. Так, где эти дебилы, а? Где эта арена? Так, она примерно прямо. А, все правильно, друзья. Сейчас, друзья, мы отомстим за нашего геншу. Я точно не думал, что я просрал. Блин, папа так лоханулся, а. Блин, так все хорошо было, блин, почти их ушатал, и это же было так, немножечко, друзья, блин, как сказать, расслабиться, то есть, и, вы поняли, ушататься. Сейчас мой агент отомстит за мою, ах, зараза, киллершу. Ну-ка, что ты скажешь нам теперь, другой тебе мужик уже? Привет, прости, а ты в курсе, что это не совсем клуб? Что? Тут нет диджеев, никаких танцев и коктейлей с зонтиками. Тут все жестко. Кулачные бои без правил. Это заметно. Ладно, ладно, чего ты обижаешься? Я просто хотел убедиться, что ты и правда хочешь подраться, а не... Ну ты в курсе. Да. Повторяетесь вы как не знаю кто. Ну, почти повторяется. Сейчас, друзья, мы там все за нашу агеншу, даже не будешь слушать их. Сейчас быстро катаюсь, я их отмудохаем всех. Конечно, я позорился, друзья, но бывает. Бойцы уже готовы, а вы? Надеюсь, что да. Ставки сделаны, и мы скоро начнем. Ну ты и посмешище. Чего-чего, я посмешище? Сейчас я тебе устрою. Ради моих друзей я тебе отмудохаю, мулень, тварывай. Вот что случается с теми дебилами, кто обижает моих родных. Сейчас, сука, я тебе устрою. Ах, молодца. Давай. Ты серьезно? На тебе. Ах, как он его, а. С разворота пара уже. Блин. Опять Пидинсон, это боже упаси, я даже смотреть не могу на него. Вроде бы чистка бы нормальная, ну как, блин. Вроде бы она и стильная, да? Но ты же именно тут Пидерсон, честное слово. Давай, давай, давай. Давай. Ну, дебил. Я согласен с тобой полностью. Сейчас мы его отмудохаем, а. А нет, нет, мы дохали. Блин, с колена хорошее. А, это класс, друзья. А, теперь сучка, да вообще, как это весело. Знаете, как люди друга избивают до полусмерти, а? Да вообще, очень весело. Давай, давай, иди ко мне. Давай, давай, еще посмеяться стал, ударить тебя. Ах ты, сучка. Ух ты какая, а? Опять с колена, я же говорю, блин. За потерю сознания. Сознание, во.
Эти дебилы. Поверьте мне, срочно пишите нам в чат. Этой парочке плевать на любые правила. Да я уже вижу, блядь, сука, у них херни, блядь, вроде кастетов, блядь, на руках, а. Паузы хорошо давали мои киллерши, а. Сука, без правил, ублюдки играют. Надеюсь, кроме ты не боишься. О, господи, это в прямом смысле. Задавьте за мою агенту, а. Давай, сука. Давай, давай. О, блин, вот это был четкий удар. Это будет разминочный. Ага. Невероятный удар. Даже не знаю, можно ли оправиться от такого. Надеюсь, удар это буквально смертоубийство. Все видели? Блин, давай за губу зажали, а. Одного дебила фундохал, теперь остался последний дебил, а. Давай, давай, придурок, с рейкисом, с бородкой, а. Боец буквально остался без зубов. Давай, давай, сука, значит, ты же крутой был, а. Я своим братом, типа, такие крутые, да, двое ни одного. Давай, давай, тупой придурок, а. Ха-ха-ха. Ай, молодец, отомстил, за. Отомстил я, в общем, а. Что-то их было двое. Какого фига он один? Это что, типа, раз двое личности было? Что-то как-то нелогично. Было двое, а один. Чемпионы, а не чемпион. Да уж, блин, капец, да. Но в любом случае, бой, друзья, интересно. Тебе реально удалось доказать, что у тебя самая горячая кровь и крепкие мышцы. Отметили в тех, у кого кровь пожиже и мышцы поплоше. Прямо захотелось себе сильное вонючее тело для боев. Да-да-да, Бэгля, ты как победил в чемпионате арена сцена. Вроде бы я везде победил, друзья. Опа, перчатки и прочие. Предмет гардероба, круто, круто. Угу. 14 часть под названием «Путь свободы» завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока! А что это вы тут делаете? Конец! Кино-то уже кончилось.